Всем привет! Сейчас у меня самая главная мечта – просто спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали эту программу, потому что программа будет очень интересная. Она отметила, что уезжает уже вечером 28 мая в Москву. Нужно готовиться к экзаменам. Предстоит сдать русский язык, математику, географию и биологию. Перед прилетом в Ижевск Алина Загитова успела 5 раз погулять с щенком Акита Ину, которую ей подарил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Сейчас собака живет у нее вместе с кошкой и 2 шиншиллами. Фигуристка в свойственной для себя простой манере рассказала поклонникам о напряженной подготовке к выпускным экзаменам. Спортсменка заканчивает 9 класс, а также о том, что совсем скоро приступит к полноценной подготовке к сезону. Напомню, что с 4 июня начнется сборы. Мы делаем короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы». А произвольно мне пока еще не поставили. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!